Здесь очень много детей. Мне кого, мальчика, девочку выбрать? Я вообще, у меня даже нет в мыслях, кто это может быть. Я думаю, это Янчик. Я? Но это не я. Таня Щербак. Щербак, Татьяна. Это Танюх. Танюх Щербак. Я сначала не поняла, кого здесь надо вообще угадывать, но потом по улыбке поняла. Очень похоже. Я Таня мне не простит. Капец, я вообще даже на Таню не думала. Анна Владимировна? Лина Якупова. Лина Якупова, сразу видно. Кто это? Ну, блин, очень знакомое лицо, но я не могу понять, кто это. На Лину Якупову очень похоже. Ну, это Лина, это я фотку знаю, в принципе. Линка! Ну, вот глаза и, в принципе, прическа, волосы. Лина Якупова, не в обиду тебе. Тяжело, мне кажется, для меня. Хитрые глаза? Беломыцева, может быть. Неужели Машкин? Это Мягкова, Алина. Мякиш. Леоня. О, Мякиш! Это мягкая, естественно, и тоже я увидела уже эту фотографию. Ну и похоже, с ямочками. Ху-ху! Один есть. Ну понятно, Алсу. Ну, здесь... Ничего не поменялось? Алсу Абдуллина вообще прям не изменилась, мне кажется. Алсу, тут ты. Братишка! Я братишку не узнаю, братишка с своим братишкой. Оу, Алсушка. Алсу. Тоже не пойму, то ли глаза. Так, темные глаза. Хорошо, темненькие, темные глаза. Ох, эти дети. У нас прям темненькие. Может, Гася? Опять знакомое лицо. Похоже на Вику Дубову. Все с котенком таким красивым? Я котенка просто угадывала сейчас. Дубова? Виктория Дубова. Дубова. Ну, в принципе, мне... Как бы это легко, потому что я с ней играла, я уже, ну, как бы ее черты лица знаю, поэтому мне очень легко. Вика Тубо. Мадам. Эли Самойлова прям не изменилась. Самойлова. Ну, это Эли Самойлова. Ну, это Эли Самойлова. Конечно, ну, тоже очень похоже, в принципе. Эли Самойлова, взгляд. Блин, ну, крутая фотка. Тут посложнее. Карпова. Это не Надя Карпова, случайно? Ну, это Надежда Карпова. Тоже не сильно поменялась, хочу сказать. Сразу видно его улыбку ее. На Надю Карпову похоже. Просто сейчас она темненькая, а здесь она светленькая, русая. Ну, очень похоже тоже. Чуть-чуть. Ну, не знаю, вот именно сбоку чуть-чуть. Ну, я не знаю. Блин, ну так похоже на Карпову Надю. Надя, yes. Надюха, надеюсь, ты это увидишь. Дерзкая девочка. Ой, пошли сложности. Вот это уже посложнее. Ксения Цыпутович? Вот чтобы так вот на кого-то была похожа. Это редкость, наверное, какая-то. Вот это уже посложнее. Сейчас чисто пальцем в небо будет. Ксения Цыпутович. Печка, может? Это сложно. На печку вообще не похоже. Ну, кого-то она мне так сильно напоминает. Может быть, Наталью Машину? Прям интересно, я даже не хочу гадать. Пусть будет Наталья Машина. Рита, что ли, да? О, Ритка, точно. Ну, так вот, Рита. Но Рита очень сильно изменилась, видимо. Рита, блин, похоже, точно. Рит, извини. Полиция. Твои глаза сейчас. Блин, у меня мысли не по-полицейски так. Почему на полицейской? Машкин, что ли? О, это я. Блин, почему эта фотка? Янка. Ян Шейна. Думаю, господи, ну кто же? Она же здесь. Кто же из них? А меня угадали? Она здесь взрослее выглядит, что ли, не пойму. Ну, она такая прям серьезная, мадам. Нет, ну, Янчик, что ли? Янчик. На мотоцикле, конечно. В полицейском.
Янчик. Братишка узнала все. Все, все свои на месте, Плоковских. Негеля. Ну как тут себя-то не узнать? Вот Неля, блин, сразу видно. Ну все как будто какое-то знакомое. Это Нелька. Так и осталась. Я не могу. Ладно, пусть будет Аня. Нелька? Все время по телефону разговариваю, кстати. Нель, ну мы же не могли фотографию, где Нелли, похоже на Нелли. Лицо знакомое. У меня даже нету никаких мыслей, если честно. Опять не сложно. А вот этот ребенок такой маленький. Улыбка знакомая прям. Не знаю, ну беленькая. Сочнева. Коваль. Мне кажется, Коваль. Ксения Коваленко. Ксюха? Мне кажется, вот на Ксюху Коваленко она похожа. Yes. Ну да, наверное, низ надо было по улыбке. Ну ладно, пусть будет Ксюша Коваленко. Да блин, ну вообще не похоже, ну просто два разных человека. Так, что за серьезность тут? А вот это сложно. Ну это вообще вот правда, дальше пошли вообще сложности. Какой взгляд убийцы. Ну на Марину Федорову она не похожа. Так, Янчик была. Мыц. Мыц. На Мыц чутка похожа. Мыц! Анюта! Солнышко мое. Мыц! Вот это кто? Ну, это сильное изменение. Ну, это Мыц. Ну, это реально было сложно. Есть. Своих узнаю. Мне, кстати, не разрешили с телефоном сфоткаться в детстве. Это потому, что у меня старший брат. Он сказал, родители сказали без телефона. Но я сижу без телефона. И он следом за мной быстрее телефон брать. И с телефона сфоткаться. Кожа. Ну, это Аня Кожникова. Аня Кожникова. Да нет, своих знаю, а вот мальчика не знаю. А вот он и мой брат. Тоже не изменилась, между прочим. О, это Анька Кожникова. Вот сразу видно, кто не меняется, а кто меняется. Да, это, конечно, тоже интересная персона. Так, знакомое. Знакомое лицо. Очень знакомая личность. Очень знакомая. Такой взгляд, он меня не простит, если я его не узнаю. Но он прям так смотрит. Блин, тоже знакомый. Это не Лера? Беспаликова, может быть. Хотя не похоже. Ну, Беспаликова, может. Вот это да, вот это у меня. Лера Беспаликова? Правый? Лера! Капец, Лера, это ты? Она не похожа вообще на себя, вообще не похожа. Она такое ощущение, как будто она даже здесь цвет глаз поменяла. А, ну вы тоже вот два разных человека. Ну вообще я бы не поняла даже. Блин, вот это вот самое такое. Ну здесь, мне кажется, больше на Марину Федорову похожа. Вот старая фотка. Капец. Ну, я почему-то на Нельку похожа. Пусть Лена Медведь будет. Машкен. Машкен? Ну, как я не могла узнать, а, Криза? Ну просто, ну вот тоже, капец, ну как? Как я ее не угадала? Я не узнала Машкена, она меня не простит. Бровки сейчас, скорее всего, подкрашены или нет? На Марину Федорову? С левой стороны, ну вот этот взгляд я точно не могу понять. Может, это Надька или Лена? Нет, просто. Все, это пусть будет Лена Медведь. Да, Марина Федорова. Но это точно не из Локомотива. И сериал. Слово плотненько. Муж, Надежда Линх. Тут вообще такая детская, прям детская фотка. Вообще не понять. Ну вот, вообще не знаю. Викуся, солнышко. Я не знаю, как я могла Викусю не узнать. Викуська. Интересно. Может, это Юля Гриченко. Зи? Не Криш? Да вроде не похоже. Это Эля? Или Пономарева Диана? Костырева. А, Ленка Костырева. Ой, это Костырева. Ничего не поменялось тоже. Блин. Обалдеть. Серьезно, что ли? Yes. Как я переживала. Вот опять что-то есть такое. Ну, как будто знакомое. Это из игроков кто-то. Так, вот опять такие прям маленькие-маленькие малышки сложные.
Ну нет, ну все, вот этот маленький ребенок, он черно-белая фотография с такими красивыми щечками. Здесь посложнее. Анна Владимировна, что ли? Это может быть, конечно, и Петровна. Пусть будет Анна Владимировна. Ну, Пипа Петровна. Кто-то из тренерского штаба, что ли? Ну, точно не Елена сама. Ну, блин, такой пухляшка. Медведь тогда? Медведь. Еее! Вот, вот. Давай Еленкин. Это не смешно. Ну, тоже изменился человек, правда. Елена Евгеньевна очень изменилась, поэтому прошу прощения. Я думаю, она простит то, что я так называла, когда я угадала. Ушастенькая. Кидай. Опачки, кто тут сидит? Юля Греча. Кто у нас любит яблочки? Ну, это Юль Греченко. Вот я знаю, это точно. Юлька? Да, 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 да. Может, Юлька? У меня такие же уж в детстве были. Юлька, что ли? Yes! Юля, 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 я знала, что это, я просто не хотела интригу, интригу. Ну, скорее всего, она и сейчас темненькая. О, вот это вот тоже знакомая. Оу! Трешки штаб еще есть, можно назвать? Верхняя почему-то на Лину похожа. На Миранчука похожа. Не знаю, ну пусть будет Гася, ну потому что я даже не знаю. Миса, 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 это Мишка, Мишка, Маша, Маша. И это, по-моему, тоже кто-то из тренерского штаба. Да, не знаю почему, мне прям кажется, на Мирончука похож. Или на Смирнова. Не, на этого Мирончука похож. Гася. Я же говорю, что, блин, хотя вот так вот сейчас посмотреть, ну это же копия, ну то есть. Похоже. Пусть будет Диана Пономарева, потому что... Мирончук? Вот прям все, я знаю. Офигеть! Чё? Ну, Миша же, реально, почти. Какой Мирончук? Так не должно было быть.